Елена Найдешкина осматривает свою квартиру. Эти квадратные метры получила по муниципальной программе по переселению из аварийного жилья. Теперь предстоит забрать вещи из двухэтажного барака на Ленинградской и переехать в просторное помещение на Бирюкова, 7. Свою новую квартиру считает настоящим подарком. Оказалось очень светлое, большое, объемное, но и ремонт есть. Неожиданно было, что и потолки, и линолеумы, и обои, что все есть. Даже плита есть, которая, ну, что удивительно. Вообще всей семьей, дети очень довольны, и квартира, и район просто замечательный. Это просто, вот, знаете, подарок был к Новому году. В этот день ключи от квартир на Бирюкова, 7. По муниципальной программе получили 4 семьи. В целом же в этом доме администрацией округа выкуплено 20 помещений. Также уже заселяли семьи в здания на улицах Арсеньева и Вокзальной дамбе. Предстоит обеспечить новым жильем людей на Новоникольском проезде и улице Зои Космодемьянской. Так закончится первый этап программы. В рамках второго этапа, это этап 2022 года, ведется строительство 6 многоквартирных домов, в которых также будут переселены жители, чьи дома были признаны аварийными до 1 января 2017 года включительно. В прошлом году в рамках муниципальной программы по переселению из аварийного жилья в Уссурийске администрацией округа были приобретены 168 квартир, в которые переедут более 1200 человек. Виктория Калинина, Алексей Максимов, Телемикс.